Всем привет, дорогие мои! Это мой огромный заказ, не знаю, на одну или на две части. В первую очередь покажу отдельный такой заказик, что у меня заказали. Этот заказ я снимаю еще перед 8 марта, но он выходит сейчас, потому что я не хотела, чтобы люди видели, что я подарю. На 1600 у меня тут заказали продукции. Это все не мне, поэтому я просто показываю, что люди любят, что люди заказывают. Во-первых, салфетки от пятен, клевые, классные. Это просто мое спасение, они невероятно крутые, они чистят все. И обувь, и не обувь, в общем, все прям здорово. Артикул 305-52. Очень хорошо очищают все виды свежих пятен. Можно и с собой в ресторан взять. Где-то заляпались, ну и не страшно, да, получается. Далее. Витаминный гель для душа 380 мл. Артикул 2876 с ароматом манго и папайя. Очень яркий аромат. Это по карточкам твой бонус у меня взяли. Далее. Спрей для очищения стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. В каждом, наверное, моем обзоре то я заказываю, то у меня заказывают. Артикул 348. Далее такая вот зубная паста, мягкое отбеливание, тройное действие, 2246. Она такая нежная, приятная, мне тоже она нравится. Я не люблю термоядерные прям зубные пасты. Дальше такой вот порошочек с артикулом 323. Это универсальный порошок для белых и цветных тканей. Еще он идет концентрированный, биоразлагаемый, экологически чистый, поэтому я эти порошки тоже частенько заказываю и люблю. Биогель для туалета с хвойным миксом. Взяли у меня артикул 108-98. Дальше. Вот такой вот спрей-очиститель без пятен и запахов. 308-02. Тоже классный. Его любят кошки и собаки. Там полезный аромат для них идет. Пенка для умывания. Она идет как деликатное умывание. Артикул 07-91. По идее, это пенка из линейки 50+. Но пенка, я считаю, что могут и даже и дети умываться. Это же пенка. Что-то там особо такого, да? Дальше. Зубная паста Sensitive. Две штуки с артикулом 16-57. Она идет с компонентами для снижения чувствительности нервных окончаний и кислородным комплексом. Реально, ребята, реально присмотритесь к этой зубной пасте, если у вас зубы чувствительные, часто болят, еще что-то. Она действительно спасает, особенно когда у детей меняются молочные зубы на коренные. Вот эта боль непонятная, странная, когда десны чешутся, молочный зашатался, заболел. Она очень спасает детей именно. То есть она, во-первых, с первого применения снижает повышенную чувствительность зубов. Вот у меня у Викусики, когда зубы болели, она лежит, ревет. Думаю, блин, ну куда-то ребенка ночью тащить зубом. Возьмешь, почистишь зубы. Но в 90% случаев проходит, понимаете, очень приятно. Она содержит мягкие очищающие компоненты, не травмирующие эмаль как раз, и способствует реминерализации и восстановлению эмали, освежает ротовую полость, предотвращает появление неприятного запаха. Две штучки заказали. Ну и новая краска с биотином. Обязательно расскажу мнение об этой краске. Это стойкая крем-краска. Черную мы с вами уже тестировали в VIP-новинках, и я вам могу сказать, что шикарная просто краска. Вот сейчас у меня взяли светлый блондин натуральный. Вот такую вот взяли. Ну что ж, посмотрим. Ну, цвет очень красивый, суперский. Вот такой вот заказик. Далее, следующий чек. Он у меня на 39 тысяч. Это ровно столько я назаказывала подарочков, пожалуйста, да? Это у меня такие подарочки на 8 марта. Заказала всего по 5, потому что дома еще кое-что было. Я знаю, кто что любит, но вот эти серии я заказала людям, которые мне дороги. Во-первых, у нас с вами идет такая вот маска-бандаж для коррекции овала лица. Она мне очень даже понравилась, и она подойдет всем с артикулом 0656. Она обеспечивает компрессионный и лимфодренажный эффект, моделирует овал лица, позволяет скорректировать линию подбородка. У кого там второй подбородок или возраст уже, носить ее нужно не более 6 часов в день. Ну, там пошли куда-то, не знаю, прибираться, например, надели и ходите. Она, в принципе, не мешается. Далее, такие вот классные 7 дней совершенства маска для лица. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одна штучка, ее там смешиваете. Очень классное действие, очень мне понравилось. Тут эксклюзивный набор из 7 бифазных масок. И в сердце каждой нежный крем с биоактивным сверциамарином и центелоазиатской, который на клеточном уровне обеспечит глубокое увлажнение. И внешняя оболочка маски — это плотный гель с экстрактами овса, граната и корня солодки, который обеспечивает мощный антиоксидантный эффект, выравнивает микрорельеф кожи и дарит ей сияние. Использовать можно 2-3 раза в неделю или по мере необходимости. Хоть каждый день там перед отпуском захотели помоложе выглядеть. Вот вам 7 дней совершенства, 7 дней подряд. Не навредит.
Просто иногда может быть лишка, да, что кожу столько не надо. Лучше, конечно, через день поделать. И вот, ну, мое мнение. Потому что у кожи, у всех, в принципе, есть такое, знаете, как пересыщение, что ли. Далее пара красочек. Вот таких вот блондин с пепельно-фиолетовый. Это тоже у меня уже заказали новиночки. С артикулом 32,97 они идут. Тон 7,17 получается. Такой вот оттеночек тоже. Хотя девчонка у меня коричневая, такая обычная брюнетка. Но она вот заказывает разные цвета. То маме, то еще кому-то. Ей очень нравится краска Faberlic. Прям очень. Я заказала по 5 штучек. Это крем для контура глаз и губ. Коррекция морщин. Он прям классный. Поэтому заказала 5. Так, тут у нас, значит, идет сыворотка для лица против всех видов морщин. В том числе и поперечных морщин. 0653 артикул, очень хорошая сыворотка. Вообще эта линейка приравнивается у нас к люксу, потому что она одна из самых дорогих у нас идет, поэтому я вот это дело очень люблю. Потом вот таких вот 5 коробочек патчей, значит, там 5 масок, это 10 губы и сыворотка. С артикулом 0948 идет такая вот шикарная просто гидрогелевая мультифункциональная патч. Очень мне понравилось, как они работают именно против морщин. Они прям морщинки стирают, что я очень довольна. Дальше идем такие вот омолаживающие крем для лица и защита SPF 15 0651 артикул. Тоже такой вот красивый. Ну, тут видите, все закрыто, но я вам уже их очень много раз в обзорах показывала. Также маска для лица, шеи и декольте ультралифтинг. Ее тоже можно 2-3 раза в неделю делать. 0654 артикул по 5 штучек. И где-то тут еще есть 5 штук ночной. А вот ночной крем для лица, лифтинг и восстановление. Еще вот такой вот классный крем. Ну, ребят, вот этот ночной крем, вы прям к нему присмотритесь. Вот вам состав, вот вам действие. Прям реально присмотритесь. Очень хороший крем. Вот сколько у него различных функций. Тут есть и пептиды с биоомолаживающими, да, и натуральные молекулы сахара. То есть тут очень много чего есть. И это все в консистенции, ну, реально очень классно выравнивает лицо. Мне понравился эффект. Я в восторге, честно вам говорю, я в восторге. Faberlic Drive. Это акция для VIP-консультантов. То есть есть акция для VIP-консультантов на сайте Faberlic. А еще есть акция для VIP-консультантов в программе Drive. То есть сейчас VIP-консультанты в двух акциях участвуют. В двух. А на проекте Faberlic Online VIP-консультанты еще и в Турцию поедут за счет наставников, поэтому вообще круто. VIP-ы у нас прям самый любимый контингент. Но VIP-ы с уровня серебра, конечно. Значит, Эль Хазна с артикулом 3325. Это такой резкий, крутой аромат, который мне понравился. Но, честно сказать, я им пропользовалась 2 месяца, по-моему. Я вообще только его. Потом он мне надоел. А я сделала перерыв опять 2 месяца. И потом опять только его. Это резкий аромат, который вообще не свойственно, чтобы он мне понравился. Но он мне очень-очень понравился. Женский такой, восточный. Артикул 3325. Далее, Валькирия. Это такой снежный, нежный аромат. Такой вот, знаете, прямо вот кристаллики снежинок, да, на свежем воздухе. В воздухе что-то вот такое, не морской, не озоновый, такой приятный, 3058, нежный, и тоже мне нравится. Далее Футурия, такой спорный для меня аромат, но он действительно очень вкусный тоже и приятный, такой легкий, хорошенький, 3120. У него очень интересная история. Во-первых, это женская парфюмерная вода, она идет 50 миллилитров, она создана с помощью искусственного интеллекта, доктор Нос. Робот подбирает уникальное сочетание нот, из этого сложного анализа индивидуально предпочтений человека рождается формула, которая понравится каждому. Теперь, когда идеальный баланс нот найден, парфюмер вдыхает в душу этот хай-тек шедевр. Представляете, да? То есть это искусственный интеллект. На самом деле направление аромата идет мускусно-древесный аромат с инновационным комплексом. И этот комплекс называется «Полет фантазии», «Кашмиран» и переливается космическим мерцанием стеллярии и мускуса, приглашая шагнуть в будущее. Вот такой у него классный описание. Верхние ноты ежевика, персик, юзу. Ноты сердца кашмиран, магнолия, гелиотроп, розовый перец, стеллария и комплекс. Вот этот вот на основе искусственного интеллекта, да. И шлейф мускус, сандал и сливочная ваниль. Очень интересный, прикольный. Я считаю, что он довольно-таки легкий, приятный. Такой вот хорошенький. Еще 2 коробочки у нас осталось. Тут вообще, конечно, тьма тьмущая всего на свете. Этот аромат я открываю, потому что у меня его нет. Я помню, что как-то я его себе заказала на обзор, и мне его сразу же купили, сразу же. Потому что, во-первых, он такой вот красивый, и я не помню, как он пахнет. Вот хоть что со мной делайте. Так, прям интересно вот этот вот аромат послушать.
Ну, какой-то, знаете, зеленый, зеленая свежесть. Мне очень нравится зеленая свежесть. Прям очень. Слушайте, ну прям один из моих любимчиков. Ну, понятно, почему у меня его сразу с руками оторвали. Зеленая свежесть такая очень приятная. 33-24. Что-то цветочное есть, не ягодное, а цветочное, но совсем чуть-чуть. Дальше это у меня тоже заказали две новинки. Товароа мужская, товароа женская, парные ароматы. Есть такие парфюмерные воды, парные ароматы. И выпустили парфюмерные гели для душа, парные ароматы. Тоже свежесть такая, легкость, очень приятная. 150 мл у мужского, артикул 880-02. И у женского 880-01. Женский более такой цветочный, а мужской более такой грубовато-озоновый. Я бы так сказала. Далее, это я взяла себе, потому что я пока баловалась, пока всем показывала, у меня уже практически она закончилась. Не представляете, да? Кировских лидеров много, я им это то, как делать макияж, всего она показывала, она закончилась. Ну, такая детская палетка, которая подходит, некоторые цвета для взрослых, и цвета вот эти цветные яркие мне очень понравились. Также тут увидите немножечко, как я с ними делаю макияж. Артикул 56-762. Ну, могу сказать, что по пятибалльной шкале она идет все-таки на троечку. Матовые цвета, я не знаю, куда их применить. А вот глянцевые цвета, которые блестящие цвета, все-таки они классные, они суперские. Я ими пользуюсь с удовольствием. Так, еще, значит, пилка педикюрная двухсторонняя. Это тоже у меня уже заказали. Артикул 910-518. Пакетик биоразлагаемый. Еще одна футурия. Тоже со скидкой у меня заказали ее. 31-00. Только что вам про нее рассказывала. Ой! Ну вот, порвала весь чек. Был красивый. Так, чек на Конану Ванну. В общем, тут на 17 тысяч такой вот чек, где ручкой-то мы отмечали, все ли нам пришло. Да. Да, гель для душа тут, ботаника, порвался. То есть вот такой вот чек. Дальше, значит, гели для душа. А, это у меня, кстати, тоже заказали. Вот мой самый любимый вишневый цвет и хлопок. Они идут по 400 мл. Нежный такой цветочный аромат свежести. Я обожаю все ароматы, которые связаны со свежестью. Артикул 2547. Это, значит, такой нежный барбарисовый аромат 2906. То есть такой очень приятный. Уход и релакс называется. А этот нежность и шелковистость. То есть такие вот хорошенькие. Их, кстати, на очень долго хватает, этих ароматов. Видите, всех одному у меня понатыкали. Яблочный, очень приятный яблочный, 2549. Кстати, это любимый аромат моей Катюшки, пион и смородина, 2907. Она очень любит смородину, а я вот этот вообще не люблю аромат. Я люблю вишневый цвет и хлопок. Ну, на то мы и люди, чтобы отличаться друг от друга. Так, это у нас антистресс, 400 мл, артикул 2548. Тут у нас идет фиалка и лимон. Тоже очень интересное сочетание, вкусное, приятное. Далее это духи, не парфюмерная вода, духи. Портужур. Взяла их по ВИПу 70% скидкой. Спасибо компании Faberlic. Артикул 3321. Так они стоят дорого. Я их взяла на подарок одному своему человечку. У них внутри очень крутое, красивое оформление, но, к сожалению, простите меня, я не могу открыть. Так, дальше пошли. Это у нас шампунь-бальзам 2 в 1 восстановление и защита. Артикул 7771. Это мой такой. Я им балуюсь частенько. Он мне нравится очень. 400 мл. Плюс у них, у ботаники, 94% натуральных ингредиентов. Так, а тут у нас идет тоже 94% в гелях для душа. То есть они прям натуральные-натуральные. Так, это у нас идет шампунь глубокое очищение и увлажнение. Это моей дочери. У нее жирные волосы. И как бы отлично он подходит для жирных волос. 400 мл. Так, БАДы. Конечно же, контроль сахара. Артикул 158-36. Личное мое наблюдение. Действительно, из-за того, что он содержит пиколинат хрома, я меньше хочу сладкого, хотя меня на сладкое тянет очень сильно. И мне очень постоянно хочется сладкого. Артикул 158-36 у него. И, ну и плюс такое чувство, что я перестала полнеть, вес встал. То есть вот я его начала принимать, где-то через 2 недели увидела улучшение в своем организме. То есть сразу не чувствуется. Вот. И мой врач сказал, что его
его можно вообще на постоянной основе. Людям, у которых есть хотя бы от 10 килограмм лишнего веса, его можно на постоянной основе пить, ну и меньше человек будет кушать хотеть. Ну и плюс там всякие витаминчики, тоже очень полезно для организма. Дальше, парфюм для стирки в гранулах, 3 штуки. Я заказала, как видите, артикул 308-46. Вот, слава богу, она есть, а то я уже запереживала. Джемма 33-24. Ну, ребят, реально очень приятный аромат. Я даже не ожидала. Очень приятный. Дальше антиоксидант. Ну, все мы с вами знаем, что чем меньше у нас с вами организм окисляется, тем дольше мы живем. Вот как Q10, да, отвечает за срок жизни клетки, также и антиоксидант за их медленное окисление, более медленное. Артикул 158-50. Поэтому антиоксидант я всегда пью. Тут есть очень известный антиоксидант в составе астаксантин. Я его раньше отдельно покупала, пила, но так как он есть в этом комплексе, конечно же, я его буду пить. На самом деле состав довольно-таки богатый, классный, но вот этот астаксантин сыграл роль ту, которую, в принципе, мне надо. Тут и С, и Е, в общем, все антиоксиданты, которые нужны, они тут находятся. Дальше пошли в ход у меня набор пакетов для хранения лаванды. Мы купили лося, в общем... Да, все пакеты ушли на лося, потому что он здоровый. И пришлось новые заказывать. Очень классные. Брали с собой бутерброды на фотосессию в этих пакетах. Они не раскрылись, не испортились. Тоже здорово. 910-517. Большие пакеты. И 910-516 маленькие пакеты. Маленьких пакетов тут больше, но у них размер 20 уже на 23. Те все-таки побольше. Очень понравились. Очень. Прям рекомендую вам их. Дальше. По программе Foderlic Drive. Если вы с хорошей скидкой будете покупать такую вот штуку классную. Это у нас прибор для ультразвуковой чистки. Тут идет 4 режима для глубокого очищения, тонизации, лифтинга кожи. Так, это у нас артикул 120-001. То в подарок вы получаете гель с электролитами, с помощью которого, в принципе, вы и будете работать вот этим вот прибором для ультразвуковой чистки. Поэтому я прям довольна. Я его давно хотела заказать. И я помню, что я его заказывала сколько-то лет назад, когда они еще только вышли, но он почему-то пропускал, дергался током. Я все хотела новый заказать и дождалась. Представляете, и скидку дождалась, и еще и гель с электролитами в подарок, новенький, свеженький, заказала. Гель обеспечивает легкость скольжения гаджетов, повышает эффективность процедур и миостимуляции электрофореза, микротоков и массажа. Мультиминеральный комплекс электролитов, содержащий цинк, медь, магний, способствует обновлению клеток кожи, защищает от образования свободных радикалов, что мега круто. Также антивозрастной пептидный комплекс стимулирует синтез коллагена, повышает эластичность, разглаживает рельеф кожи, способствует уменьшению морщин. И третье, тут еще есть низкомолекулярный гиалуронат натрия, который обеспечивает длительное увлажнение кожи. Артикул 0039. Классно, классно получить такое за 1 рубль. Он не дешевый. Поэтому Фаберлик и меня подарочками балует, балует. Ну, я знаю, что балует, но мне прям хочется так вот исказить это слово. Дальше Эль Хазна. Яркий такой аромат. 33-25. Тут повтор немножко. Дальше у меня заказали с артикулом 67-95 кушон, он клевый, классный, очень хорошо перекрывает. И с артикулом 67-96 кушон. Оба кушона, прелесть такова, что один мне темен, другой светлый, но все-таки он до такой степени круто перекрывает, что прямо нет усов. Очень шикарное перекрытие. Вот светлый оттенок мне безумно понравился и очень хорошо подошел. Тем более, что они содержат коллаген и ухаживают дополнительно за кожей. Дальше я заказала с артикулом 68-11 выравнивающий консилер для лица и также с артикулом 68-10 выравнивающий консилер для лица. Оба мне подходят, как вы помните. Тут посмотрите, прям великолепно и классно. Я довольна этими средствами и могу сказать, что да, действительно, они меньше забиваются в морщинки. Если их положить на что-то вот из этой линеечки, то вообще супер, да, из линейки Премакияж. Но мы о ней чуть позже с вами поговорим. Дальше. Так как компания Faberlic помогает мишкам, я не смогла остаться в стороне и своей дочке заказала вот такую вот детскую линейку с мишками обязательно. Ну, во-первых, они классные, прикольные. Мы давно их заказывали, и моей Викуське вся эта линеечка подходит. Ну и плюс мишкам помочь, да, почему бы нет. У нас идет бальзам для губ с артикулом 2708. Мишки такой вот он называется. Дальше гель для душа 3+. Тоже яркий такой приятный малинковый аромат. Артикул
26,89. Они, кстати, густые, долгоиграющие, такие мне очень понравились. Далее шампунчик-бальзам тоже идет 3+, с артикулом 26,90. Прям с бальзамом в составе. Ну и плюс детский кремушек, обычный универсальный детский крем 3+, который я очень редко заказываю, но он тоже пригождается. 75 мл, артикул 26,92. Тоже такой яркий аромат малинки. Очень приятный. Так, это у нас Валькирия, мы про нее говорили. Шикарный дезодорант антиперспирант до 4 дней. Очень нравится брать его в поездке. Артикул 14,37. И еще у меня тут завалялся один крем с антивозрастным комплексом. One Week Miracle. Это дневной крем для лица с огромной скидкой. По-моему, 70% скидка. Я его взяла по карточкам Твой Бонус. Хотя розыгрыша еще не было. Или был уже, надо посмотреть. А вдруг я что-то выиграла? В прошлый раз по карточкам Твой Бонус я выиграла поездку в Калининград. Все вы про это знаете, но это просто бомба. Дальше у меня начал подходить к концу пудра. Поэтому я заказала себе пудру Wet n Dry Perfect Me. Ее можно наносить влажным и сухим способом. Артикул 63,49. Очень она мне нравится. Хоть она мне и светловата, но я люблю наносить такую пудру в центр. Для того, чтобы ничего не скаталось. И чем эта пудра мне нравится? Тем, что она идет с натуральным матовым эффектом. То есть матовая-матовая. Просто супер. Кстати, я тут тестирую лак для ногтей наш новый. Вот эта вот красота с артикулом 710-79. Что-то он мне как-то, ну уж очень понравился. Поэтому тут у меня от мастера маникюра. А поверх я решила попробовать покрыть вот этим. Хочу все-таки стойкость проверить. Обещают до 7 дней. Сегодня нанесла, буду проверять. Очень красивый оттенок. Эта коробочка все. И дальше переходим вот к этой красотке. С кучей чеков, с кучей всего. Такая свалка. В общем, карточки Твой Бонус, да? Смотрите, сколько всего много. Так, первый чек. Вот, значит, первый чек у нас идет на 33 тысячи. Угу. Длиннющий такой, да, все по одной, да по две штучки. Так, 33 тысячи. Вот. И второй чек, где-то там он. Опять порву сейчас. Да, второй чек. Так, идет на 18 тысяч. Тоже не менее длинный. Угу. То есть красота такая. Длиннющий чек. Угу. Вот Кати. Так, значит, блокноты 4 штуки с артикулом 78-635. Это классика. Для серебряных VIP-консультантов такая красота на втором шаге заказа с 70% скидкой. 3 блокнотика взяла. Для работы очень удобно. Брать с собой куда-то очень удобно. Так, это я точно себе заказала, поэтому можно вскрывать. Так, а то же самое, наверное, да, 63-64. А нет, это уже мой натуральный оттенок. Такой вот уже интересный оттеночек. Видите, прямой. 63-64, то есть тот был светловат первый, а этот уже вот прям мой. Дальше коктейль Story с артикулом 33,01. Во-первых, я смотрю, что она всего 300 рублей. Это морской фруктовый аромат. Идет как свежесть морского бриза, вплетена в искристый цитрусовый аккорд. В сочном фруктовом сердце аромата экзотический коктейль из гуавы, манго, маракуйи и легким цветочным акцентом. В шлейфе идет теплый сандал, мук, абрикос и малинка. Да, ну вот такая вот красота. Тоже у меня заказали. Я даже не помню аромат. Представляете, какая интересная я женщина. Так, дальше. 70% скидкой. У меня постоянно выскакивают эти скидки, так как я уже VIP в рубиновом статусе. Рубиновый VIP. Вот заказала пару трусиков с размером XL. С завышенной талии. Мне почему-то захотелось их заказать. Артикул 503-793. Ну, слушайте, очень хорошие трусики. Мне понравилось. Прикольные, классные, беленькие. Я люблю что-нибудь такое вот попроще. Но для меня это простецкое такое бельишко. Удобное, хорошее, да, то есть поносил, не жалко. Купил за копейки, грубо говоря, да, потому что скидка 70%, это все-таки круто. Так, дальше защитный праймер для лица. Активные компоненты тут идут SPF 20. Он подготавливает кожу для нанесения макияжа. Такой вот маленький красавчик. О, тут еще и закрыто, господи. Да, такой вот он хорошенький праймер. Чем-то он мне напоминает от Miss Skinny крем, но все-таки это праймер с SPF.
Очень такой нежный, сладкий, такой приятный ароматик. Легкий-легкий. Это SPF 20, прошу прощения, обманула. Дальше мои любимые патчи гидрогелевые для кожи. Вокруг глаз 0,9-46. Тоже карточки твой бонус. Зеленые такие клевые. Так, эта линейка просто мой must-have и must-have многих. Но это не мне, это у меня заказали. Ламинирующий гель-филлер. Очень хорошо работает. Артикул 185. Мне понравилось. Волосы такие рассыпчатые, очень долго, дня 3 могут продержаться. Дальше, значит, ламинирующий шампунь 400 мл с артикулом 183. Дальше, значит, ламинирующий бальзам-маска, тоже ламинирующая, 170 мл с артикулом 189. Вот такая вот красота. Я считаю, что волосы, что лицо всегда нужно сериями ухаживать, иначе ж, ну как же оно. Так, далее, вот такая красота с монардой. Это идет масло монарды для ногтей и кутикулы с артикулом 617. Чем оно мне нравится? Тем, что монарда все-таки обезвреживает. Ну, знаете, всякое в жизни бывает, и неизвестно, что мы на ноги цепляем. Поэтому на каточке у меня всегда вот с маслом монарды на ножках. Дальше решила обновить себе такую вот тушь для бровей с Усьмой. Артикул 5867. Я про нее уже снимала обзорчик. Она такая очень практически черная, темно-коричневая. Кто-то говорит, что для блондинок не подходит, но для меня она подходит. Знаете, по какой причине? Потому что я родилась с черными ресницами, черными бровями, и мне она хорошо. Далее, карточки твой бонус, конечно же, зацепили мою любимую тушь, поэтому пару штучек запаснички. Артикул 553-78. Самая, наверное, из любимых. Я ее хвалю. Очень часто хвалю во всех обзорах. Она нравится не всем, то есть она мне очень хорошо подошла, но она нравится не всем. Поэтому, может быть, вы выскажете свое недовольство, что вот я там рекомендовала. Но не знаю, вот все, кто действительно пробовал, ну, 90% радуются. Также очень удобно в дорогу, у меня скоро череда поездок будет. Это карандаш-уход для кутикулы 4 в 1. Он мне нравится своим, во-первых, уходом. Во-вторых, нравится, что тут есть сменные вот эти вот штучки, которые можно заменить в любой момент. В-третьих, он реально хорошо ухаживает и очень удобно за именно вот за кутикулой. То есть вот так вот провели, поработали. И ничего лишнего, не надо с собой масло возить. Он идет в пластмассовой упаковочке, что тоже очень удобно. Артикул 7036. Открытый целый год может быть, поэтому заказала пару штучек. Я их, конечно, везде по всему миру таскаю, потому что мне с ними удобно. Они ничего не весят и очень много делают всего полезного. Поэтому если дома я там из стеклянных бутылочек капаю, там что-то втираю, да, вот как это масло монарды, то в поездке я беру что-то вот такое, 4 в 1. Дальше закончились у меня такие вот спреи. Артикул 0256. Мне они очень нужны. Я очень люблю их в поездках. Они освежают лицо, и можно замораживать, ухаживать за лицом, льдом лицо протирать. В общем, у них очень много функций. Главная функция идет восстанавливающий активный спрей для всех типов кожи. Он именно что мгновенно увлажняет лицо, да, то есть увлажнение это наше все. Если мы увлажняемся, то мы замедляем старость. Далее, пора мне уже заменить праймер для губ. Он выравнивает, разглаживает кожу, устраняет сухость, предотвращает растекание помады. Активные компоненты идут, гиалуроновая кислота, масло ши. И вот он до такой степени хорошо питает губы, девочки, это круче всякого бальзама, честно сказать. Хотя пломбир для губ не хуже. Вот сейчас новый пломбир для губ бесцветный, который сильно блестит и печет немножко губки. Он тоже как бы классный. Но вот это самое лучшее увлажнение, вообще самый лучший уход и очень приятная консистенция. И он действительно за губками, ну, прям круто ухаживает. Даже просто как бальзам использовать. Далее, тоже премакияж. Тоже по карточкам твой бонус. Нащелкала всего по штучке. Вот такая вот красота. Это увлажняющая сыворотка идет. Она идет как увлажняющая сыворотка праймер. Что она дает? Мгновенную свежесть, длительное увлажнение, выравнивает, разглаживает кожу, легкая гелевая текстура, быстро сохнет и не липнет. В составе гиалуроновая кислота и еще вот два каких-то комплекса очень даже крутых. Поэтому я пользуюсь с превеликим удовольствием. У меня предыдущий осталось чуть меньше половинки. Я понимаю, что пора новую, хотя не так часто я и пользуюсь. Так, биокапсулы для стирки, как видите, понравились мне и начали нравиться моему окружению. Это у меня заказали 30.031. Прям, ну, буквально вот недавно показывала, они выглядят очень интересно. Так, дальше, значит, гель с хлордексидином, антибактериальный эффект. Артикул 2717. Вот такая вот красота, тоже 4 штучки взяла. Дальше
еще один спрей для лица. Зубная паста «Алтайский прополис». У меня есть уже две в запасниках, я еще третью взяла. Эта зубная паста, это круто, артикул 20 тысяч. 100 миллилитров она идет. Ну реально, она вкусная, она приятная, она клевая, она классная, она нежная. В общем, то, что я люблю. У меня теперь две любимых пасты. Это Sensitive для снижения чувствительности. И вот этот прополис тоже очень люблю. Далее, такой вот бальзам для губ Ума 3+. Это я в Якутске тоже взяла. Забыла, что взяла Мишки. Еще этот взяла, да ничего страшного. Артикул 0939. Вика их очень часто использует. Далее пошли БАДы. Как обычно, антиоксидант. Сахар, это 70% скидка я набрала. И, конечно же, впрок набрала БАДов, которых давно не было в наличии. Я их очень давно ловила. Это биологическая добавка пищи, поддержка суставов. Ребята, ну очень крутой БАД. Артикул 158-33. Я с ним вообще забыла, что такое больная коленка. Вот я его взяла прям 4 штуки. Потому что, когда его пьешь, с ним вообще все очень мега круто. Опять-таки, контроль сахара, антиоксидант и антиоксидант. Угу. Дальше, вот такая красота. Биогель для очищения туалета. Еще раз, такой же точно, 108-98. Там не мой был заказ, а это наполовину мой, наполовину не мой. Питательный крем-мыло 300 мл с миндалем. Тоже очень приятное. Далее шампунь-активатор густоты волос 16,91, но это я себе. Мне очень нравятся капсулы для роста волос в этой серии. И еще вот шампуньки решила попробовать. Далее очень много пенных очистителей я израсходовала на диваны перед гостями, поэтому решила взять еще впрок. 302,52 артикул. Очень хорошо чистят все на свете. Далее, помните, да, у меня было огромное количество скидок. Я очень люблю вот такие вот парфюмерочки дарить. Очень люблю дарить. И люди прям благодарны. Тут на 8 марта я прям все уже раздарила, поэтому заново. Бьюти-кафе Каприз, это такой для меня лично приторно-сладковатый аромат, но он нравится огромному количеству людей, просто огромному. Я знаю людей, которые его любят, поэтому дарю. 30-40. Далее Феста Дивита. Это такой искристый, легкий, сладкий аромат. Это мой аромат. Артикул 323. Очень его люблю. Поэтому взяла две штучки. Далее Донна Феличи. Это такой женский цитрусово-цветочный аромат. Артикул 30019. Далее Феерик и Сенсуэль. Это такой очень сильно мега женственный аромат. Я пришла в компанию 9 лет назад. Он уже был, этот аромат. И он все больше набирает обороты, и все больше его любят, потому что это нежнятина, очень сладкий, пудровый такой, очень приятный аромат. Артикул 3017. Ну и бьюти-кафе Каприз. Ну, я бы вам сказала, что это такая грубоватенькая водичка, тоже очень приятная уже для женщин, которые знают, что им нужно в жизни. То есть такой вот, да, 3022. Тоже хороший такой аромат, цветочный. Дальше, значит, биокондиционер для белья. Ну, я такой не заказываю, потому что я не совсем люблю вот эти натуральные ароматы, хотя они по качеству отлично. Но вот у меня их частенько берут. 108,95 для жесткой воды он идет. И целая батарея, интенсивно очищающий шампунь для жирных волос с артикулом 0,1,91, 380 миллилитров. Это я тоже взяла дочке. Так, интенсивно очищающий. Так, артикул-то я сказала, 0,1,91. Так, это что? Тоже интенсивно очищающий, интенсивно и интенсивно. То есть 5 штук, это я все взяла себе, дочке в дом. Ну и дальше, мне очень понравились вот эти вот ароматы. 100 лет их не брала, но релакс, когда он был по карточкам, твой бонус. Ну, вообще, вы знаете, иногда такой ассортимент широкий, но забываешь, что это есть компания. И тут я его просто вот вспомнила, я этот аромат. Тем более, что у нас диффузоры скоро дома закончатся, хотя их тоже впрок набрала. Артикул 165. Я прям с превеликим, просто с превеликим удовольствием. Так, где у меня нету? То есть это можно наносить на себя, на постельное белье, просто побрызгать дома. Ну, вы знаете, такая вкуснятина, такая нежнятина, убивает все запахи на повал. От него не только человек успокаивается, но он еще и идет, как вам даже сказать, для глубокого расслабления и отдыха. Подходит для нанесения на тело, на текстиль, на предметы интерьера, не оставляет следов на ткани, не содержит спирт. Я, конечно, очень люблю нашим рефрешером от компании Faberlic постельное белье обновлять, но иногда мне хочется вот запах этого релакса, потому что он очень приятный, запах этого релакса. Также иногда, когда Викуся нервная, я ее купаю в магнии, в магниевой соли. И плюс ко всему, иногда, вот знаете, на подушечку, на простынку ей вот побрызгаю вот этого вот релакса, чтобы она лучше засыпала. Еще у нас есть спрей с мелатонином, мы как бы чередуем, все равно это идет привыкание.
Ну что ж, дорогие мои, 4 коробки, 3 коробки больших и 1 коробеныш. А все для вас отсняла, все свои заказы, что взяла по карточкам твой бонус. С вами была Кононова Аня, проект Faberlic Online. До встречи с вами в новых видео.